Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 105, телефон 2015 года выпуска. И сразу расскажу совсем немножко о характеристиках. Дисплей 10,4 дюйма. Разрешение 128 на 128 точек. ТФТ, аккумулятор 800 мАч. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура, микрофон. Снизу разъем для шнурка, выемка для снятия задней крышки. Сверху разъем под наушники 3,5 мм, фонарик и разъем под microUSB зарядку. Сзади музыкальный динамик. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Так, я сразу оставляю аккумулятор и крышечку. Телефон-то он не очень старый, но уже такие уже перестали продаваться в магазинах. И это сейчас я уже считаю, что это уже как раритет для коллекции. Телефон включается даже. Так, не надо устанавливать ничего. И заходим в меню телефона. Первое у нас встречается, что это сообщение. Новое сообщение. Принятые, отправленные черновики, списки, запрещенные сообщения. Удалить счетчик настройки. Следующее у нас контакты. Имена, найти, добавить, контакт, удалить настройки, быстрый набор, фильтрация номеров. Следующее у нас же звонки. Непринятые вызовы, принятые вызовы, набранные номера, очистить список вызовов, длительность вызовов, счетчик сообщений. Следующее у нас настройки. Настройки сигналов, настройки дисплея, режимы, настройки часов, настройки вызовов, настройки телефона, настройки стоимости, настройки аксессуаров, настройки защиты, переход к параметрам, восстановить стандартные настройки. Следующее у нас читать часы. Установить сигналы, мелодия, настройки часов. И следующий у нас это FM-радио, но оно без наушников работать, к сожалению, не будет. И у нас тут имеются игры Snake Sandy, Змейка, Bubble Bash 2, Ninja, Up, Sky Gift, Danger Dash, Smosh and Win. И последний у нас это экстра, это памятки, калькулятор, календарь и фонарик. Ну и все, вот такой был короткий обзор на вот такую простую звонилочку. Nokia 105 RM1134. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии, ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров.